что рок-н-ролл продолжает жить. Рок-н-ролл жив. Ну а сейчас за моей спиной играет группа Spoilers. Значит, итак, друзья, первый волнующий меня вопрос. Вот скажите, на дворе 21 век. Люди пытаются извлечь какие-то сумасшедшие звуки, всякое разное. Почему вы до сих пор играете рок-н-ролл? Почему он для вас актуален и актуален вообще сегодня? Мы просто любим эту музыку, мы на ней выросли и ничего другого играть не хотим. То, что мы играем, это, в принципе, музыка к кинофильмам. Поэтому и много саундтреков в нашей программе. Вообще, мы просто любим играть инструментальную музыку, рок-н-ролл. О чем сказал? Я не слышал. Что думаешь вообще о вечеринке в сетях, максимальный контакт, рок-н-ролл пати? Ну, вообще, мне здесь очень нравится, вот комфортно, и как бы выступают хорошие группы, диджей очень неплохой, и как бы очень располагает к общению, там, к отдыху. Мы рады, что люди танцуют, что им нравится, ну, люди улыбаются, это главное. Вот, смотри, да, вот. Это да. Класс! Рок-н-ролл — это та музыка, которая объединяет многих людей. В клуб приходят люди, которые слушают не обязательно клубную музыку. Люди с разным променяют, обычно слушаю рок потяжелее этого. Но рок-н-ролл что-то среднее между всем. И он нравится, он зажигает, видишь, народ танцует, всем очень нравится. Я сегодня привел воскресный вечер сюда. Вы знаете, у нас в городе мало мест, где можно с удовольствием провести время вечером в воскресенье. А сегодня, на самом деле, здесь очень хорошо, потому что выступает группа «Спойлер». Максимальный сет сегодня играет диджей Макфлай, группа «Курара». Пойдемте поднимемся к нему и поговорим. Подскажи, мы уже видели Бегунова за вертушками, сейчас группа «Курара». Это такая новая тенденция модная у рок-групп? Ну, вообще-то я давно этим делом занимаюсь. Я себя диджеем не называю, просто мне нравится поиграть музыку. Очень много музыкантов вообще в мире играет как диджей именно. Окей, а чем сегодня удивишь и порадуешь местную публику? Ну, свежие и не очень свежие ремиксы на хорошую музыку. Совет нашим зрителям, какую музыку нужно слушать? Та, которая сердцу ближе.